В Запорожье раздались взрывы, озвучено Яндекс-Спич-Кит. В Запорожье ночью 12 сентября прогремели взрывы. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на суспильне. Воздушную тревогу не объявили. Напомним, сегодня ночью оккупанты ударили по Новобаварскому району Харькова прилет был в жилой дом. Ранее оккупанты дважды обстреляли Энергодар, в городе исчезало электричество. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.